Вы знаете, сейчас скажу. Мы, когда поехали в Америку, и мы, когда приехали к нашим соотечественникам, бывшим, они все время ставили кассеты наших фильмов старых. Думаю, господи, что они смотрят-то? Но тогда мы, когда были в СССР, ничего не смотрят эти фильмы, мы их как-то там и не смотрим. Но сейчас, я теперь вспомнила, почему они смотрели все замечательные фильмы, добрые, и детских фильмов, и киностудия имени Горького, которая была юношеских фильмов, где она? Она сейчас закрыта. Почему она закрыта? Необходимы фильмы для детей, которые несут добро, которые воспитывают детей маленьких, которые также и мультики, также детские наши фильмы красивые, невероятные, которые воспитывали добро в нашем маленьком поколении. Они необходимы сейчас, но, наверное, этим займутся, чтобы снимали больше хороших, добрых фильмов. Я говорю, Тимур, его команда, Господи Боже мой, который сейчас мы с удовольствием, с улыбкой смотрим, и говорим, как это было здорово. И много фильмов детских. Поэтому это должна быть государственная политика, это должно быть государственное дело, на которое, конечно, обратят внимание. И я думаю, что это исправимо, и будет много детских фильмов замечательных.